Вітаю вас на першому діловому проєкт «Акцент». І сьогодні ми поговоримо про імпорт електроніки в Україну. Із настанням кризи купівельна спроможність українців значно знизилася. Наші співвітчизники почали економити практично на усьому. І в першу чергу на побутовій техніці. Втім, ринок електроніки мав працювати заради того, щоб вижити. І значна кількість підприємців оперативно переналаштувалася на товари зі зниженою доданою вартістю. І одразу почала поширюватися інформація про наповнення ринку так званими сірими товарами. Але чи всі сірі товари є неліквідними? Що потрібно знати про поставки з Китаю та що таке рефорбіш, а також про конкуренцію на ринку електроніки поговоримо з нашими гостями. Керівником мережі City.com Ганною Денісовою та провідним маркетологом Олексієм Тихоновим. Вітаю вас. Здравствуйте. Отже, що таке сірий імпорт і у чому полягає його невідповідність? У якості чи у шляхах потрапляння на ринок? В последнее время в сети очень много различной информации. Все пугают телезрителей и наших соотечественников информацией про серого волка или про серый или черный импорт. И, конечно же, очень важно разобраться в терминах. Под черным или серым импортом зачастую понимается товар, который нелегально попадает на территорию Украины. Черный импорт – это полностью нелегальный завоз через коррупционные схемы на таможне. Серый импорт – это товар, который попадает частично легальным на территории Украины. Это может быть злоупотребление в цене, либо в количестве товара, который завозится на территорию Украины. Соответственно, никакого отношения непосредственно к качеству товара серый импорт не имеет. И если мы говорим даже о подделках, они в том числе могут попадать на территорию Украины легально, потому что их тоже кто-то производит, у них есть производитель, поставщик и так далее. Что же касается так называемых официальных представителей той или иной марки в Украине, вы гарантированы от того, что вы не купите подделку, но это не является гарантией того, что все налоги даже с такого товара уплачены и что он не был завезен на территорию Украины по каким-либо серым схемам. Сейчас в сети появилось видео, вот, давайте мы его посмотрим и поговорим. Давайте переглянемо відео. Сірий непотріб під фірмовим логотипом. Закупка такої продукції стоїть намного менше, але продається по ціні брендової. Кожен третій українець користується сірим телефоном і навіть не здогадується про це. Схожа історія з комп'ютерами. Якщо ми відкриваємо інструкцію і бачимо китайські, англійські, норвежські, шведські, але при всьому цьому не бачимо ні українського, ні російського язика, це означає, що продукт для продажі в нашій країні не предусмотрений. Вочевидь, навідатись сюди ще раз податківцям не зайве. Але як відрізнити насправді справжній товар від підробки? Способов очень много. Можно, конечно же, обращать внимание на упаковку товара, на его внешний вид, на то, какого качества разрешение экрана, даже на диагональ. Но в первую очередь, если говорить о технике Apple, защитой может быть здесь то, что в оригинальных устройствах никогда не будет сниматься крышка, в поддельных китайских телефонах она будет сниматься. И плюс все знают, что айфоны работают на системе, на операционной системе iOS. В поддельных телефонах это будет система Android. Кроме того, есть 100% гарантия защитить себя от подделки. Есть множество сейчас ресурсов, мы можем с вами посмотреть. Вы в своем устройстве вводите простую комбинацию цифр, звездочка, решетка, 06, решетка, вам высвечивается ваш IMEI. Также IMEI – это идентификационный номер устройства, указан на коробке. Вы вводите на ресурс ваш IMEI, и получаете вот такую картинку, что ваш телефон произведен был компанией Apple, есть все его характеристики, есть даже пометка, что он не потерян и не украден, что вам не продают украденное устройство. И также ниже вы можете посмотреть всю информацию абсолютно об этом устройстве. То есть фактически користуватися якимись даними, які надає виробник? Конечно, конечно. То есть кто бы вам не продавал это устройство, оно абсолютно не подделка. Как его завозили на Украину, это уже второй вопрос, но это 100% неподдельное устройство. Скажите, чи правда, что большинство украинцев користуются сірими телефонами, які які, до речі, в рази дешевше від оригіналів. Да, ну серый цвет очень популярен у нас в Украине, и по статистике Apple там порядка 50% тех украинцев, которые покупают у нас телефоны, это серый цвет. Вот. А если серьезно? Если серьезно, то серый цвет он не дешевле, чем другие цвета, чем розовый, чем красный. Вот. И
По статистике, ну, нет такой официальной статистики, откуда ты, ну, откуда бы можно было взять эти данные. И, ну, непонятно, в том видео, которое мы смотрели вначале, непонятно, откуда эти данные даны, нет источника информации, который был бы, ну, указан. Поэтому, ну, об этом судить ми можемо тільки, ну, теоретично. Але вони насправді настільки дешеві, що їх так вигідно завозити в Україну. Смотрите, любое устройство имеет свою себестоимость. А даже если говорить о подделке как таковой, она тоже произведена за какую-то стоимость. Если говорить об оригинальном устройстве, которое, допустим, завезено нелегальными путями на территорию Украины, оно все равно будет иметь свою себестоимость. И быть в разы дешевле, или тем более на 80%, как говорилось в видео, это нереально. Торговать себе в убыток никто не будет. Тем более это такие страшные серые импортеры, о которых, собственно, говорилось. Ну и еще я хотел бы добавить, часто путают такие понимания серая техника и refurbished. Ну, что мы дальше уже будем с вами раскрывать. Ну, до речі, я хотів запитати якраз саме про refurbished. Що це за техніка? Ну і взагалі, чи вона взагалі конкурентна на українському ринку? Вы знаете, когда наша компания начинала заниматься такой техникой, конечно, было очень большое непонимание со стороны украинцев. И до сих пор, к сожалению, не все украинцы знают об этой технике, хотя это очень популярное веяние в США и Европе. А, во-первых, даже можно говорить об экологичности такой техники. Что такое refurbished? Это восстановление, повторное использование какой-либо техники. Refurbished может быть самый разнообразный. Это может быть товар, который просто стоял на витрине фирменного магазина. В США, например, такой товар продавать клиенту нельзя, в отличие от Украины. Потом это может быть товар с изначально выпущенным браком каким-либо. Вы неоднократно слышали, что такая-то компания изъяла всю партию товара, вернула ее на фабрику для того, чтобы привести его в соответствие. Это может быть товар, который вскрыл покупатель в коробке, потом передумал, развернулся и ушел из магазина. Опять же, продавать такой товар в США не имеют права. Они также возвращают это на фабрику. Происходит повторная доработка, шлифовка этого товара. И такой товар тестируется два раза, в отличие от нового товара. По сути, обязательно упаковывается в оригинальную упаковку, и на упаковке делается обязательно пометочка, что это factory или manufacture refurbished. Він фактично виходить навіть ліпший, ніж оригінал, тому що вже перевірений. Да, два рази. Статистика говорить, що даже вероятность поломки такого товара менше, ніж нового, ну, як мінімум, вона така ж, равна статистиці поломок нового товара. І це ні в коєму случае не має ніякого отношення к товару, який помічається як used, бывший в употребленні. Чи варто боятися товарів саме з Китаю? Ну, не стоит бояться, потому что большинство техники, которой мы пользуемся у нас в Украине, да и весь мир пользуется, это вся техника сделана в Китае. И, ну, все знают, что тот же Apple, вот, и другие такие, ну, известные марки Xiaomi и Meizu, которые вот недавно только вышли, появились на рынок и завоевали наши сердца, они делаются в Китае. И Китай, если раньше, там, лет 15-10 назад, можно было судить о Китае как, ну, чем-то некачественном, то сейчас они делают упор на качество. И такие новые тоже марки, как Li Eco, они выходят на мировой рынок, будут производить они электромобили. Вот, и... А эти товары все сертифицированы, так? Да. Скажите, сертификация взагалі продукции дає якісь додаткові гарантії по купцу? Весь товар, который производится, он имеет европейскую сертификацию и мировую, которая признается во всем мире. И в США, Европе, любые страны, они не требуют какой-то внутренней сертификации, в отличие от рынка Украины. Тобто, фактично, відсутність української мови, наприклад, в документах або сертифікації товару якось ніяк не впливають на якість самого товару. Ну, смотрите, если мы будем говорить, что украинцы какие-то не такие люди, как европейцы или американцы, то, наверное, есть смысл об этом говорить. На самом деле, вся наша отличность от других людей во всем мире заключается в том, что, скажем так, у нас существуют коррупционные схемы, которые ни для кого не секрет. Если определенной компании очень хочется поставить цену на какой-то товар очень высокий, очень быстро обогатиться и поехать доживать свои дни на райские острова, это сделать очень просто. Нужно один раз заплатить взятку, стать официальным представителем какой-либо марки и потом заказывать вот такие вот видео для того, чтобы гасить любой поток товара извне в свою страну.
В среднем по официальной статистике официальных представительств в Украине различных брендов такая техника дороже на 200-300 евро. Ну, понятно, что никто вам не скажет правду, по факту такая техника официальная. Це мається на увазі техніка, яка має повний список документів. Да, і наклеечку на українському язикі, і інструкцію на українському язикі. По факту вона дороже на 500-700 євро. Ну, ви розумієте, що можна купити ще одне устройство дополнительно к этому. І, звісно ж, таким людям не подобається, коли появляються інші компанії, які починають завозити техніку, и продавать ее дешевле. Поэтому возникает... Если вы знаете, недавно наш новый премьер-министр отменил сертификацию по фармацевтике. И в его словах сказано, что сделано это с целью избежать монополизации рынка и коррупции. Так это лекарство. Если лекарство можно не сертифицировать отдельно для украинцев импортного происхождения, что можно говорить о технике? Існує думка, що нечисті на руку бізнесмени змішують сірий імпорт з оригінальною технікою і виставляють його як оригінальну по завищеній ціні. Ви коли стикалися з подібним? Ну, чесно говоря, это не сталкивались с этим. И честно, ну, это смешно. Это смешно, да, на самом деле это смешно. Вот, и как можно там смешать, если будет стоять на витрине два одинаковых товара, да, ну вот и какая-то подделка и оригинал, то можно будет легко его отличить. Поэтому ну, такого на рынке. Це якщо вони поруч, якщо він один. Там же сказано, что смешивается товар. Ну, такого рода заявления, по сути, бредовые. Никто так не делает ни в одежде, не говоря про технику. Понятное дело, что если поставить телефон любого бренда рядом с подделкой, подделка станет очевидной. Соответственно, если кто-то и балуется тем, что торгует подделкой, он никогда не будет рядом ставить оригинал. Ну, и часто мы чуем и в засобах массовой информации, зокрема, негативные відгуки про імпорт в Україну РФ-техніки, китайського виробництва техніки. Силові відомства дуже активно регулюють ситуацію, і маски-шоу, і перевірки, і блокування роботи підприємцям. Кому і навіщо взагалі потрібне збурення на ринку? РФ-техніка, вона дешевле, ніж не РФ. Вот. І є право покупателя выбирать дешевую продукцию, более дешевую и более дорогую. Вот. И сейчас есть такие структуры, которые хотят монополизировать рынок, у них единые цены. Это выгодно великим супермаркетам, это выгодно каким-то роздрібним, это выгодно державе, кто хочет блокировать работу. Это выгодно тем самым так называемым официальным представителям. Я где-то недавно тоже прочитала статью, что, значит, даже было в посольстве США какая-то встреча, и что компания Apple очень сильно озабочена потоком серых техники в Украину. Ну, это смешно на самом деле. Компании Apple интересует только один вопрос, чтобы их технику покупали и как можно больше, и как можно чаще. И 40 миллионов украинцев имеют право покупать эту технику как минимум не намного выше, чем покупают ее американцы. Они имеют на это полное право. Соответственно, те товарищи, которые хотят привести эту технику и продавать ее в разы, в те цифры, которые я вам говорила, дороже, конечно, им будет выгодно. Смотрите, есть единственная официальное представление любой новинки, которая анонсируется брендом, которая происходит один раз где-то в мире. И этому бренду совершенно нет дела, когда будет официальное представление этой новинки в Украине. Вообще никто даже не знает и понятия не имеет, что происходит повторное официальное представление новинки. Соответственно, любой наш, например, физическое лицо предприниматель может поехать на официальное представление марки, купить, например, 3 единицы этого товара, привезти в Украину, заплатив все пошлины и его продать. И такая, во-первых, будет счастье гаджетоманам, во-вторых, это будет цена совсем не такая, которая потом будет у официального представителя. Конечно же, этих господ это бесит, это понятно. Що ж, дякую вам за вечірні відповіді. А глядачам нагадаю, що ви дивились проект «Акцент» про ситуацію на ринку електроніки, засоби конкурентної боротьби.
а також товари зі зниженою доданою вартістю. Ми говорили з керівником мережі City.com Ганною Денісовою та провідним маркетологом Олексієм Тихоновим. На цьому все. Залишайтеся на першому діловому. До зустрічі.